Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим мужеству отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. На стадионе поселка Литвиново состоялся хоккейный матч, посвященный ветеранам щелковского хоккея, юбилярам Эдуарду Сумкову и Владимиру Кучину. На лед вышли любительские команды спортивного клуба Литвиново и хоккейного клуба «Спарта». Сегодня мы проводим товарищеский матч, посвященный нашим юбилярам, которые являются нашими односельчанами, активными спортсменами и просто хорошими людьми. 50 лет каждому исполнилось, годы еще молодые. Поэтому мы надеемся, что они будут принимать участие и в дальнейшем, и они являются образцом для молодежи. И у нас снова подрастают команды, а еще мы видим потенциал большой среди детишек. И действительно, это люди, на которых хочется равняться, и которые, безусловно, служат отличным примером для подрастающего поколения, причем не только на хоккейной площадке. Эдуард Сумков – почетный гражданин сельского поселения Трубинское. Как предприниматель он оказывает финансовую помощь в проведении различных спортивных мероприятий и никогда не остается безучастным к жизни поселения. Владимир Кучин также поддерживает организационный и рабочий процесс спортивного клуба «Литвиново», что благотворным образом сказывается на развитии не только хоккея, но и других видов спорта в этом очень спортивном поселке. Оба юбиляра много лет отдали хоккею и до сих пор в строю. Литвиновская команда выступает в различных турнирах среди ветеранских команд. Недавно вернулись с турнира в Сочи, где среди 60 команд заняли первое место. Из чего можно сделать простой вывод: игроки Литвиновского спортивного клуба практически непобедимы. Помните, что мы всегда единая команда везде, и в спорте, и в жизни, ну и во всех наших начинаниях. Спасибо всем огромное. Так что совсем не случайно, что юбилей Эдуард Сумков и Владимир Кучин отметили любимой игрой. Исход игры спортивного клуба «Литвиново» и хоккейного клуба «Спарта» 4-3 в пользу хозяев. Мария Буржинская, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».